Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улуби Эрбулатов. Вопросам развития малого и среднего предпринимательства в республике уделяется серьезное внимание. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов определил это направление как один из приоритетов развития республики. Существующая сложная экономическая ситуация, связанная с санкциями, ставит непростые задачи по использованию внутренних резервов, в том числе активному привлечению граждан к занятию бизнесом. На сегодня доля малого и среднего бизнеса в структуре внутреннего регионального продукта в Дагестане намного ниже, чем в целом по России, не говоря уже о развитых странах. Поэтому всем тем, кто хочет заниматься предпринимательством, необходимо оказывать всевозможную поддержку, в том числе на законодательном уровне. Обо всем этом сегодня мы поговорим с заместителем председателя Комитета Народного собрания по экономике, инвестициям и предпринимательству Раджабовым Фейрудином Джамирзеевичем. Фейрудин Джамирзеевич, социально-экономическое развитие республики напрямую отражается на качестве жизни дагестанцев. Какие задачи стоят перед вашим комитетом? На каких направлениях, по вашему мнению, нужно сконцентрировать внимание? Что поддержать законодательно? Спасибо. Сегодня я представляю Комитет по экономике, предпринимательству и инвестициям Народного собрания Республики Дагестан. К ведению нашего комитета относится рассмотрение вопросов, связанных с законотворческой деятельностью в области экономики, предпринимательства, инвестиций, а также промышленности, торговли и имущественных отношений в Республике Дагестан. Комитет занимается как разработкой новых законодательных актов совместно с правительством и профильными министерствами, также усовершенствованием уже существующей законодательной базы. Мы проводим также постоянный мониторинг федерального законодательства на предмет внесения изменений с целью усовершенствования законов Республики Дагестан и приведения их в соответствие с федеральным законодательством. Одним из основных направлений, на которые мы сконцентрировали свое внимание в последние месяцы, это усовершенствование законодательной базы в сфере предпринимательской деятельности, в основном малого и среднего бизнеса. Как конкретно обстоят дела в этой сфере, о которой вы сейчас говорите, о предпринимательстве? Дагестанцы, мы с вами люди предприимчивые. Но тем не менее цифры говорят о другом. Вот приведу такой пример, опираясь на той информации, которую дал нам Министерство экономического развития Республики Дагестан за 2016 год. Доля малого и среднего предпринимательства в региональном, внутреннем региональном продукте Республики Дагестан составляет чуть больше 10%. По-моему, там точнее 10,1%. Да. Тогда как в целом по России этот же процент во внутреннем валовом продукте России составляет более 21%. А в целом в развитых странах процент доли во внутреннем валовом продукте, доли малого и среднего предпринимателя составляет более 50%. В Соединенных Штатах Америки это, по некоторым оценкам, доходит до 70%, так как предпринимательство, малый и средний бизнес очень сильно развиты, потому что там заняты в этой сфере и не только это поступление в бюджет республики, но и занятость населения. Вот само по себе Республика Дагестан у нас, вот по специфике Республики Дагестан, возьмем горное муниципальное образование. Там строительство крупных промышленных объектов, это, ну, как бы не представляется возможным, так как нет необходимых условий для этого. А развитие вот именно малого и среднего предпринимательства, в основном в муниципальных образованиях, было бы самый раз. Люди были бы заняты работой и насыщался бы рынок произведенными ими товарами и услугами. А вот что вот конкретно на законодательном уровне в этой сфере предпринято в последнее время? Буквально месяц где-то тому назад
Правительство внесло закон об ОРВ. Это оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов, принимаемых в основном в муниципальных образованиях, затрагивающие вопросы предпринимательской деятельности. О чем это говорит? Вот принимая нормативно-правовые акты муниципального образования, они в обязательном порядке, вот эти все нормативно-правовые акты, затрагивающие предпринимательскую деятельность, должны проходить оценку регулирующего воздействия, сокращенно ОРВ, и экспертизу правовых актов на предмет непрепятствования развитию предпринимательской деятельности в данном муниципальном образовании. И законопроект также предусматривает включение в перечень муниципальных образований. Там есть определенные критерии, которые нам дает федеральное законодательство. В этот перечень у нас на сегодняшний день включены 27 муниципальных образований. Следующая вот предстоящая 6-й сессии Народного собрания предполагается, в частности, рассмотреть законопроект о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве в Республике Дагестан. Вот разъясните, о чем идет речь и что изменится с принятием этого закона? Наш законопроект, он дает, разработан, так, ну, снимает вот это ограничение, он дает более широкие возможности ведения вот этого государственно-частного партнерства, а также и муниципально-частного партнерства. Но это в сфере образование, среднего образования, в сфере дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, здравоохранения, ЖКХ и многое другое. Также в транспорте, автомобильных дорог. Вот, чтобы телезрителям было понятно, все-таки, может, какой-то пример. Вот, допустим, в райцентре строится какой-то детский сад. Средств не хватает. Вот этот закон, он дает возможности какие-то дополнительные для привлечения вот каких-то средств? Или частное лицо хочет, допустим, вложиться в строительство? Имеет право? Да, да, совершенно. Вот, ну, вот этот закон предусматривает то, вот о государственно-частном партнерстве, предусматривает то, что заключать соглашение между государством или же уполномоченным органом или муниципалитетом, совершенно верно, и инвестором. А ведение определенного вида деятельности, на основании чего там есть очень много параметров, по которым это все делается, и ведет, будет вести реестр. Вот раньше оно как было разобщено было, вот это соглашение, они не были как бы систематизированы. Сейчас вот после принятия данного закона правительство определит уполномоченный орган в этой сфере. И этот уполномоченный орган будет вести реестр этих соглашений по государственно-частному партнерству. Ряд законопроектов предполагается рассмотреть на сессии Народного собрания. Вот, по предложению вашего комитета, в частности, вот такой проект закона, как об индустриальных промышленных парках в Республике Дагестан. Вот тоже, что изменится с принятием этого законопроекта, что он дает для республики? Ну, что он дает? Вот у нас в республике на сегодняшний день действует 5 индустриально-промышленных парков. Это вот точки, в котором государство, в данном случае Республика Дагестан, предоставляет условия для инвестпроектов, дает там возможности, площадку подготовиться, подготовленной инфраструктурой. И юридические лица, индивидуальные предприниматели там производят, занимаются производством промышленных масштабах промышленной продукции. А данный закон, он, в принципе, носит уточняющий характер. В этом законе уточняется понятие резидентов индустриального промышленного парка. То есть это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который заключил договор аренды или купли-продажи части объекта или же всего объекта инфраструктуры индустриального парка или земельного участка в границах индустриального парка. Вот это такое лицо может считаться резидентом индустриального парка. Ну, резидентом индустриального промышленного парка они имеют какие-то преференции, потом есть льготы там по налогам, имеют право получить этот льгот
работы. Там, опять-таки, там их частично субсидируется их с бюджета, государством субсидируется. Вот это все, это чтобы определить именно, кто имеет право на все эти позиции, вот для этого уточнено понятие, кто может считаться резидентом индустриального парка. Понятно. А вот я думаю, наших граждан, конечно, больше заинтересует следующий законопроект, который касается розничных рынков, да, о розничных рынках, да, Республики есть, да. Дагестан. Больше идет речь идет о сельхозрынках. Ага. Ведь по сути сегодня что получился? Вот из года в год на сельскохозяйственных рынках сидят, торгуют одни и те же люди. Угу. Будем говорить прямо, перекупщики. Угу. Товаропроизводитель, сельхозтоваропроизводитель, он не имеет вот доступа, ну или же недостаточно имеет возможности доступа к этому рынку, чтобы мог реализовать свои продукции. Потому что у него прямо у входа на рынок перекупается все. По той цене, по которой считает нужным вот этот перекупщик, он определяет цену и продает по своей цене, по которой он считает как бы себе выгодным. И что получается? Получается, что человек, который произвел сельхозпродукцию, он получает прибыль гораздо меньше, чем тот, который взял, там ничего не делал, просто купил и перепродал. Но это неправильно, я считаю. Так не должно. Здесь же еще один момент, что и население страдает. Цена-то могла быть у сельхозпроизводителя ниже, конечно, чем у перекупщика. Конечно. То есть вот тот момент очень такой. Производитель, он заинтересован побыстрее продать свою продукцию, получить там прибыль, чтобы подготовиться к следующему сезону, закупить там необходимые свои удобрения, все третье. У него есть вот цикл, процесс работы более важный, и, соответственно, получение прибыли. Ну, в этом законе что? Вот в этом законе поводу. Что там? Конечно, это тоже не решение всех проблем, но, тем не менее, один из первых шагов. Федеральное законодательство внесло изменения и дало нам возможность внести изменения в наш законопроект, который действует, закон Республики Дагестан об организации розничных рынков на территории Республики. Там определяется лицо, с которым администрация рынка имеет право заключить договор аренды торгового места. Это лицо глава крестьянско-фермерского хозяйства. Мы облегчаем возможность товаропроизводителям доступа к сельхозрынкам. Ясно, ясно. Ну что, спасибо за ваши ответы. Всего вам наилучшего. Спасибо. 16 января под руководством спикера Дагестанского парламента Хизри Шихсаидова состоялось заседание Президиума Народного собрания Республики Дагестан, которое определило 26 января днем проведения очередной шестой сессии. Также на этой неделе прошли заседания ряда комитетов парламента. Так, Комитет по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму рассмотрел поправки, поступившие к проекту закона о внесении изменений в закон Республики Дагестан об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан. С участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, представителей общественных организаций в Комитете по аграрной политике и природопользованию прошло обсуждение проекта закона о порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Республики Дагестан, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов. Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству рассмотрел проект закона о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Республике Дагестан, позволяющий расширить сферу его применения. Комитет по здравоохранению и социальной политике на своем заседании рассмотрел проект закона в Республике Дагестан о внесении изменений в статью 5 закона Республики Дагестан о социальной поддержке жертв политических репрессий.
и о внесении изменений в закон Республики Дагестан об охране здоровья граждан Республики Дагестан. Комитет по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению обсудил на своем заседании проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, определяющий меру ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Марина Котенко и заместитель председателя Комитета Народного собрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Мухудин Мухудинов провели в Махачкале рейд по проверке качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению. Депутаты Народного собрания совместно с представителями администрации города и Государственной жилищной инспекции проконтролировали, как управляющие компании выполняют свои функциональные обязанности. По словам заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Марины Котенко, причиной подобного выезда стали неоднократные обращения махачкалинцев с жалобами на бездействие управляющих компаний, обслуживающих их дома. Вначале депутаты встретились с руководителями ряда управляющих организаций столицы. Затем, для выяснения сути существующих проблем, члены фракции повстречались с махачкалинцами, проживающими в проблемных многоквартирных домах. Затем на расширенном заседании Комитета Народного собрания по строительству, жилищно-коммунального хозяйства, транспорту и связи были обсуждены вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики. Проведению заседания предшествовало совещание в Народном собрании под руководством первого вице-спикера Саидахмеда Ахмедова и с участием главы Махачкалы Мусы Мусаева. По итогам всех этих обсуждений подготовлены соответствующие рекомендации, которые будут озвучены на очередной сессии парламента республики. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю.